Так, вот я пришел вечером, тут батончик. Все скушал, даже то, что я ему добавил в еду лекарство, которое он всю еду съел, молодец. Потому что он там таблетка огромная, неудобно давать, я крошу и в паштет добавляю, он кушает. Вот, к сожалению, в туалет так и не сходил, но, по крайней мере, я не видел, чтобы он там пописал хорошо или... Ну, по большому точно не сходил. Вот это вот самая большая печаль. Потому что ест он много, а в туалет до сих пор не сходил. Как бы здесь сверху худой, а пузо набивается. Ну, там еще глистов хрен знает сколько у него. Сейчас пока нельзя ему давать глистогонку, потому что глистогонка это яд. А ему и так сейчас ядов хватает в организме. Утром мы с ним одну таблеточку я ему дал, потом другую в еду. Вечером еще две. Вот. Две и шприц с водой. Шприц с водой лучше в него заходит, потому что морду он, блин, смыкает просто невероятно. Благодарный. Вроде должно быть у него все нормально. Там расслабление. Спазмы спальни, то есть он ходит, не кричит. Но хвостик, как видите, безжизненный. Это вот неприятно. Боль, скорее всего, купирована действительно, но ему все еще неприятно. Сейчас вот он с ним посидим, дам ему еще немножко успокоиться. Ну, что-то ноги-то трешься, грязные мои. Только с работы пришел. Дал ему еще мальт-пасту для вывода шерсти. Вдруг там что-то засело, мешается. Он и это переноской своей не брезгает. И туда заходит посидеть. Он себя там уютно чувствует. Тут бардак, я просто переехал только недавно, еще не распаковался. Вот. Но если сегодня не сходит за ночь в туалет, то завтра в ветеринарку пойдем что-нибудь делать с этим. Может, там как родные. Все его уже знают. Бедняга. Ну, дома-то явно хорошо. Он меня знает. Вот. Видно, задний уже не тянет совсем. Раньше хоть пытался тянуть, ему больно было. Сейчас он задними даже не работает. Только ходит. Вот. Выбрит отсюда кровь брали, венка. Вот, а хорошо. Сейчас подождем немножко, таблеточки примем. И вообще будет замечательно. Неприятно, что ли? Вот такой вот батончик у нас вечерний. Чуть-чуть покушал. Ну вот. Пузо меня его прям беспокоит. Ну, ножки двигаются хорошо. Вот постоянно себе лежит там под хвостом. Да, маленький. Неприятное. Больновато. Дискомфорт. Сейчас таблеточки. Немножко раствора. Побалдеет немножко. Ну, он сейчас поет даже без это, без каких-то седативных препаратов. Седативный, да, он успокаивается, стресс снимается. И вообще спит себе, лежит. Отдыхает. Вот пока у нас такая терапия. Я все в тетрадку записываю, чтобы не пропустить. Ну вот он. Бомбончики, которым нельзя отрезать. Запретил врач-ветеринар. У него каналы так сужены. Почки были в порядке, все. А мочевой пузырь тоже, печень тоже. Значит, шансы у нас есть. Так вот, кровяных телец вот мало, к сожалению. Но их подняли. Было и вообще там беда как мало. Стало побольше. Практически в два раза.
чтобы в два раза увеличить вообще. Ну, попробуем, что. Сейчас ждем пока анализ, чтобы правильно подобрать лечение. И опять же, все проконтролирую в интернете, посмотрю, что к чему. Вот, в принципе, и все. Не буду долго уже записывать. Видео долгие получаются. Все, ладно, до новых встреч.